Сыграли свой финальный матч, к сожалению, не могу поздравить с победой. Как настраивались на игру, что не получилось и что можешь вообще сказать? Ну, во-первых, хочу сказать спасибо своей команде. Мы провели шикарный турнир. Да, мы, наверное, единственный плохой тайм для себя на турнире сыграли в финале, скостили, но я горжусь тем, как мы провели этот зимний кубок. Возможно, это было лучшее наше приключение. Все запомнят не Кастилью, которая вечно побеждает, и которая в финале забила нам 3 со стандарта. Они молодцы. Спасибо большое. Я горжусь тобой. Спасибо. Кастилья, безусловно, молодцы, они классно сыграли, но они ничего не сумели придумать с игры. Мы были намного лучше в плане именно игрового стиля. Поэтому мы довольны, как провели этот турнир, нам было прикольно. И мы запомним совсем как Сусуоло, которые красные носочки всегда говорили, всегда травили Кастилью. И, надеюсь, мы всем нравились. Удаление в самом начале матча от Кастильи, оно как-то сказалось на игре? Может, какая-то расслабленность после этого появилась? Нет, расслабленности точно нет. На самом деле приятно, что именно Паша Кумиров удалился в игре с нами, потому что именно на него у нашей команды зуб, так скажем. Поэтому... Ну, если мы играли бы с ним дальше на поле, скорее всего, мы бы его убили. Поэтому для его здоровья хорошо, что он удалился. Нам в игровом плане это никакого преимущества не дало. Как вы видите, мы вели 2-0, но проиграли. Поэтому, ну что говорить, ну было это удаление или его не было, абсолютно не важно. Не было бы удаления, сыграли бы другую игру. Возможно, бы горели 2-0, но выиграли 3-2. На паркете вас ждать и ждать ли реванша этого матча? Реванша обязательно ждите. У нас как минимум с Кастильей будет еще одна игра в регулярке, если паркет нас не сведет. Мы точно придем, мы точно будем рассчитывать и бороться за чемпионство. И надеюсь, будем также получать огромные положительные эмоции от лиги, а лига от нас. Красные носочки. Все, спасибо большое. Спасибо.